Больше самостоятельности требуют и два итальянских региона. В Ломбардии и Венето сегодня проходят референдумы о расширении автономии. Местные власти хотят увеличить свои полномочия в сферах безопасности, миграции и образования. Вопрос отделения от Италии не рассматривается. Конституция страны разрешает проводить местные референдумы, но юридической силы они не имеют. Ломбардия и Венето – одни из богатейших итальянских территорий, и жители там часто жалуются, что их налоги идут в центр и тратятся на более бедные регионы.